Европейский Центробанк отказал Афинам в выпуске краткосрочных облигаций еще на 10 миллиардов евро. Это покрыло бы финансовые потребности страны на ближайшие 3 месяца, пока новое правительство завершило бы начатые переговоры с международными кредиторами. Но план, представленный в среду министром финансов Греции, в ЕЦБ не приняли. В Брюсселе хотят, чтобы Афины попросили о техническом продлении нынешней программы финансовой помощи, действие которой истекает в феврале. После этого Афины останутся без доступа к кредитам. Но прибегать к новым займам греческое правительство, пришедшее к власти на волне народных протестов против жестких мер экономии, не хочет. Глава Минфина Янис Варуфакис уверен, что его страна, и так уже погрязшая в астрономических долгах, сможет прожить без внешнего финансирования до июня. Но в Брюсселе опасаются, что выход Афин из программы помощи может вызвать панику на рынке и изъятие вкладов из банков.